Вот джаз! Пару слов. Я хочу, конечно же, пожелать всем удачи, выступить просто на отлично, потому что очень интересно, как вы выступаете вживую. Конкурсантов я, конечно же, слышал в записи. Хочу услышать вашу подачу, ваш артистизм и ваш хип-хоп. Спасибо. Вот джаз! Вот, перехожу сюда, потому что здесь герой, скажем, Москвы. Вот он, московский рэп, который сделал очень оригинальный стайл в свое время. Я все время помню Херши-кола, Кока-кола, Мока-кола, Тотапола, White Hot Eyes, короче говоря. Вот этот вот человек... Да. Вот этот человек не просто White Hot Eyes, да? White Hot Eyes — это была команда такая. Вот второй парнишка был тоже с ним. И я помню, они действительно еще в клубе «Пилот» впервые я их увидел, услышал. Офигел от того, что эти ребята сделали очень интересную штуку такую. Именно White Hot Eyes по неофициальной версии рэп-мюзика, теперь она стала официальной в Москве, а в Питере СТДК в тот же год, в 95-й, было присвоено вот это самое гран-при. Но дело даже не в этом, а в том, что White Hot Eyes продвинули московский рэп очень серьезно. Итак, White Hot Eyes! Спасибо огромное, ребят. Я думал, ты про памяти что-то скажешь. Журить я буду всех жестко. Женщина особенно. Ну ладно, всем привет, не буду всех грузить. Всем закалки, боевого духа. Ну и не расслабляться там. Давайте все. Ну а от тебя услышим мы сегодня трек? От меня услышали, конечно. Вот, Джаз, а от тебя услышим? Yes, of course. Ну, здорово. А вот этого человека зовут Руставелли. Руставелли! Вот, да. Человек Руставелли участвовал в 99-м году на рэп-мюзике, но по его приглашению я понял, что он ни один рэп-мюзик не пропустил в своей жизни. Он это знает. И я хочу сказать, что многоточие, несмотря ни на что, до сих пор творят, создают новые альбомы. И я очень рад и горжусь тем, что группа, понимаете, с того времени, мало осталось групп, которые продолжают что-то делать. Вы слышите? Да, поддержите. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть группы, которые делают несколько хитов, делают, возможно, даже несколько альбомов, и через 3-4 года сдуваются. О них можно говорить только в легендах. Так вот, вот этот человек — это живая легенда. Руставелли. Спасибо, Влад. От души всем, кто пришел. Это реально легендарный фестиваль. Я, правда, был на первом рэп-мюзике в 94-м году, который шел 3 дня, насколько я помню. У меня реально есть футболка с того фестиваля. Это, ну, правда, крутые воспоминания. Представляете, это 20 лет, которые со мной этот рэп-мюзик. В 99-м мы участвовали уже с моей командой «Многоточие». И вот сейчас Влад оказал мне честь, я в жюри. От души просто желаю всем командам дать огня, чтобы было все прям... чтобы у вас все получилось. Спасибо всем, кто пришел, спасибо, что вы в теме, что вы здесь, понимаете, что остались люди, которые понимают, что такое настоящая хип-хоп-культура. Настоящая хип-хоп-культура. От души всем. Спасибо. Рустам, ну, мы услышим от тебя сегодня трек. Конечно, постараемся даже два сделать. Так, у нас только, вы имеете в виду, фестиваль не резиновый, 3 дня он не может идти. Итак, идем сюда.